А Так. кажется ли тебе, что они сейчас создают ту вот этой войной, мы косвенно помогаем им создавать свою идентичность? Ну, она будет исключительно локализована на западе Украины. Она, в принципе, и так была сформирована всегда антироссийская сущность. Там, собственно, то, что было в Киеве запущено 8 лет назад, это на самом деле тот же проект антироссия. Это форма экстремальной идентичности, построенная на отрицании чего-то и возвышении какого-то одного из элементов. То есть, в принципе, западная Украина к интегрированию не подлежит. Вот что касается уже вопроса центральной Украины и восточной Украины, то здесь все-таки я по Донецку вижу и по Луганску, что там, и, собственно, по окружающим регион населенным пунктам, то, что там, в принципе, есть абсолютная готовность принять эту Евразийскую империю. Когда мы касаемся вопросов наших союзников, то, в принципе, все, кто выступает против западной материалистической цивилизации, те являются нашими соратниками, комрадами. А для меня, на самом деле, перспектива некоторого сотрудничества, союзничества с Китаем, она положительна, потому что, в принципе, они нашли компромисс, как сохранить собственную идентичность, при этом остаться частью мировой системы. Почему в прекрасной России преследуются люди, которые ходят на антивоенные митинги и высказываются против спецоперации, а на плохом Западе антивоенное движение, которое проходит во время Вьетнамской войны? Если за нашей власти правда, то чего и бояться? Ну, мне кажется, что когда Россия воюет, и когда твое государство воюет, здесь должна быть абсолютная сплоченность, недопустимы никакие голоса. Вот есть решение, есть волевой акт, надо его исполнять. Я совершенно антирасистка и считаю, что западноевропейское общество сегодняшнее представляет собой тоталитарную, вот именно они являются тоталитарными расистами. То есть коллективный Запад, он, конечно, на самом деле не коллективный. С другой стороны, что имеется в виду, когда наш президент говорит коллективный Запад? В первую очередь, это именно либерализм, это цивилизация либерального толка, либерально-колониалистского, либерально-нацистского толка, в которой есть проблема cancel culture, то есть отмена инакомыслия, в которой существует приоритет и доминация прав человека над правами народов, в которых существует вот этот самый вокизм, то есть определенная внимательная, тонкая проработка тематики меньшинств, ЛГБТ, и не только ЛГБТ, и, собственно, этнических меньшинств, причем отмечу, что на Западе. Как ты относишься к объявленной Путиным войне с пятой колонной внутри? Как ты думаешь, как она будет происходить? Ты слышал, там был момент, который мне очень понравился по поводу Так, какой? самоочищения общества, Очищение, я помню, да. То есть, что мы будем это делать не силовым образом, что это будет не какие-то сверхние чистки, не будут чистки, это будет на самом деле самоочищение.